Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о новиночке от бренда Amaison Tahiti. Аромат у нас какао in the sun. Ну, кто вообще знаком с работами бренда Amaison Tahiti? Вы знаете, что все их композиции посвящаются шоколаду. Шоколад в композициях у них очень разный, обыгран он по-разному, звучит абсолютно по-разному. Каждый находит в линейке свой любимый шоколад. Но я сразу скажу, что какао in sun – это самый летний аромат из всех композиций бренда. Итак, это новиночка. И чем мне еще очень она понравилась, аромат какао in the sun отправляет нас в путешествие. Вы знаете, он очень ассоциативный, он буквально наполнен какими-то воспоминаниями или какими-то мечтами, и вот это мне очень-очень-очень понравилось в самой композиции аромата. И он действительно, вот буквально физически, когда наносишь его, отправляет нас на солнечный берег вот каких-то тропических островов, где много фруктов, цветов, и все они очень гармонично сливаются с какими-то сладковатыми и обволакивающими оттенками. Про что вообще аромат, чем он у нас встречает? А встречает он очень классными такими дразнящими аккордами душистой черной смородины, спелой малины, и даже в какой-то момент возникает такая некая иллюзия присутствия здесь аппетитной клубники. А потом все фрукты сливаются воедино, и кажется, что это уже какие-то экзотические фрукты, истекающие сладким соком, но которые разбавлены у нас такими освежающими капельками искристого лимона, и вот здесь у нас уже сладость так балансируется хорошо. Нотка шоколада, да, она есть у нас в названии аромата, как я уже сказала, что во всех ароматах бренда присутствует у нас шоколад. Здесь она, как сразу сказала, очень легкая, поэтому я назвала ее летней ноткой шоколада, потому что в таком тяжелом, плотном шоколаде, конечно же, в жару будет некомфортно, да. Но здесь эта нотка очень легкая, полупрозрачная, и скорее она ощущается как такая несладкая пудра какао-порошка, потому что пудровость ирисовая, она тоже здесь присутствует, и вот все вместе, вот именно вот пудра какао-порошка вот такую вот иллюзию создает. Шоколад у нас здесь прячется в таких цветущих тропических джунглях, залитых солнцем. Там как будто бы ветки, усыпанные вот этими дивными, благоухающими бутонами, а древесина сама по себе, молочная древесина, еще и пропитана вот каким-то молочно-ванильным кремом. Ну вот столько вот ассоциаций. Но на этом не заканчивается все, ассоциации продолжаются. И как будто мы проходим сквозь вот эти буйные заросли и оказываемся вот уже на райском пляже. Там у нас ослепительно белый такой песок. И мы уже можем наслаждаться таким успокаивающим шумом волн. Это просто такая идеальная картинка. И здесь можно искупаться, и здесь можно понежиться вот в этих ласковых лучиках закатного солнца. А тонкая вуаль тропических вот этих ароматов, которая будет доноситься из зарослей, она как будто бы окутывает бронзовые изгибы тела, да, и она вот таким коконом, такой вуалью ложится на тело. Ну, в общем, классный аромат. Как я уже сказала, очень комфортно в нем летом, да, несмотря на то, что здесь у нас присутствует шоколад. Звучит очень мягко, очень комфортно, очень носибельно, но при этом невероятно соблазнительно и чувственно. Кто любит работы бренда или кто хочет познакомиться вообще с работами бренда, то вполне можно начать свое знакомство вот с этой новиночки. Угощайтесь, всем отличного настроения, пока-пока!